Тверские школьники стали победителями интеллектуальной игры «Мы – грамотеи», которая выходит в эфир на федеральном телеканале «Культура». Соперниками наших ребят из 50-й школы стали ученики из подмосковной Каширы. Подробности в нашем сюжете. Приветствую ребят из Твери. Хочу заметить, что все команды из вашего славного города демонстрируют чрезвычайно высокий уровень владения русским языком. Команда из тверских школ уже не первый раз участвует в игре «Мы – грамотеи». Победу в интеллектуальных состязаниях одерживали ученики 34-й школы 44-й гимназии. На этот раз наш город представила школа номер 50. Несколько недель педагоги готовили участниц к викторине. Одним из самых сложных было задание на определение значения устаревших слов. Нам приходилось сидеть часами учить устаревшие слова, но это тоже было очень интересно. Еще участникам игры нужно было расставить однокоренные слова в алфавитном порядке, просклонять числительные, исправить ошибки в словах, ответить на вопрос соперника. Была очень дружелюбная атмосфера, нам очень понравилось. Мы познакомились с новыми разными людьми. Нам очень понравились соперники. Они не показали виду, что расстроились, когда проиграли, и после передачи мы даже общались. По итогам всех испытаний интеллектуальной викторины тверская команда обыграла школьников из Каширы со счетом 23-15. Без промаха. Победителем телевизионной викторины по русскому языку «Мы – грамотеи» вот этот кубок, он ваш.